Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Вы на канале Королевство Игрушек. Сегодня покажу вам, что я связала за последние дни. Связано было немного, но хоть что-то я точно вязала. Итак, те, кто со мной вязал в онлайне ведьму, те, конечно, уже знают, что у меня связалась ведьма. Вот такая девочка. Платье у нее вязано в тело, юбочка отдельно, шляпка снимается. Я ее тут на иголочке подцепила. Вот так выглядит малышка. Лохматая, со своими волосами, седыми ведьминскими. Ботиночки тоже все вязано. Руки. Итак, вот она, моя малышечка. Прикалываю обратно ей шляпочку. Ведьма уже продана. Я ее буду упаковывать. Сегодня решила снять видео, пока она еще у меня. И отдавать заказчику. Вот такая. Рост у нее без шляпы 25 сантиметров. Также я сделала ей метлу. Гуляла с ребенком. Тут немножко поправить надо. Гуляла с ребенком и вспомнила, что мне нужно ведьме делать метелку. Подошла к березке и наломала тонких прутиков. За основу палки я взяла палочку от суши. Вот такая вот метелка. Я помню, я на самом деле не всегда жила в квартире, 28 лет я прожила в своем доме на земле. Мои родители у меня жили, до сих пор мама живет. Ну, я помню, как они вязали метелки. И вот по памяти сделала вот такую метлу. Это все тоже уже заказчику отдавать буду. Какая же ведьма может быть без метлы? Точно не может. Вот она, ведьмочка. Я ее упакую, отдам уже и все. Итак, что еще связала? Еще к ведьмочке заказали тыквы. Вот такая, смотрите, вот моя ладошка. То есть она даже вот такая большая тыковка. Яркая, с гнутым отростком. Вот она, эта тыковка. Так она выглядит. Значит, связана она из джинса, наполнена холлофайбером. Еще тыква меньше размер. Вот такая тыковка связалась еще у меня. Еще меньше размер тыквы. Всего я заказчику буду отдавать ведьму и три тыковки. Так. Должна была давно отдать, но так как в онлайне ведьмочку вязала, попросила, чтобы подождали. Ну, ничего, заказчица согласилась, никаких проблем. Поэтому довязала и буду отдавать. Итак, у меня еще на заказ попросили связать корзину с овощами. Я показывала в предыдущих видео, что да, я вязала, у меня был связанный помидор, у меня в наличии была корзиночка. Далее я связала репку. Вязала еще. И отдала уже это все. И осталось мне некоторые овощи еще. Вот они уже у меня здесь лежат. Связала морковку. Также я вязала из джинса. Кому-нибудь, если нужен мастер-класс, если кто-то не умеет, пишите в комментариях. Я оставлю. Вот такая обычная морковочка. Здесь я вышила ей швейными нитками черными, как она есть, и сделала вот такой вот хвостик. Хвостик вязала из детской новинки зеленым цветом. Вот морковочка на заказ. Значит, еще на заказ связала огурчик небольшой. То есть вот как он выглядит у меня. Здесь цветочек желтый. Вязала из детской новинки. В попырышечке вышивала. Вот.
Далее сейчас я вяжу в данный момент капусту. Я ее еще белокочанную еще не закончила, вот только связала основание, сам кочан, и осталось связать листики. Еще мне нужно связать перчик острый, перчик болгарский, связать редиску, свеклу, баклажан. Все это у меня пока в планах. Сейчас вот на данный момент, что я связала, так это только вот такие вот овощи. Эти все игрушки на заказ. Сейчас я вяжу заказы. Времени пока свободного нет, чтобы такое что-то повязать, то, что я хочу. Поэтому заканчиваю заказы. И в промежутках, возможно, буду... Времени будет больше. Сейчас у меня 9 числа в автошколе внутренний экзамен. 11 уже в ГАИ экзамен. И тогда точно у меня будет больше свободного времени. Поэтому буду больше вязать, больше снимать видео. Ну и так стараюсь, как могу. Так что пишите свои комментарии. А я буду очень рада вам всем ответить. Всем пока-пока!